Как вы оцениваете ваш прогресс за время наших занятий? Ну, прогресс был именно такой, каким я его и ожидала быть, ну, настолько же хороший. То есть, в принципе, то, что я планировала, все осуществилось. Так, а что вам запомнилось больше всего? Мне больше всего запомнились забавные мини-эссе. Забавные. Также, что? Можно пару слов поподробнее? Чем они были такие забавными? Ну, потому что среди них было очень много вопросов, над которыми можно было задуматься, которые так... Мне кажется, это были те вопросы, которые в нормальной жизни ты себе в жизни не задашь. Мне кажется, я до некоторых вообще, то есть летом через 10 я бы подумала о чем-нибудь таком, но явно не сейчас. Ну, это хорошо. А что еще? А еще мне запомнилось именно, как нужно учить слова, ну, именно методы. Это было очень интересно и очень полезно. Хорошо, и тогда to sum it all up. Стали бы вы рекомендовать занятия со мной кому-нибудь другому? Да, определенно стало бы.